بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوجي مسلماني дорогие братья, дорогие сестры. В хадисе, который приводит имам Асакир, говорится: «Ва ма захаба малун фи баррин ва ла бахрин илля би манъи закат, фа харриру амвалакум би закат, ва дау мардакум би садака, ва тфау анкум аварик аль бала». Не погубило имущество, будто на суше или на море, кроме как из-за отказа выплатить закат. Поэтому говорит: «Фахарриру амвалакум», вы уберегите же свое имущество выплатой заката, «Вадау мардакум бисадака», и лечите своих больных раздачей милостыни садака, «Ватфау анкум аварик аль-балаи», также защищайте себя от бед и невзгод просьбами, обращенными ко Всевышнему Аллаху. فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Поистине, мольба помогает в той беде, которая постигла, и в той, которая еще не постигла. Беда, которая постигла, она мольба поднимает, а ту беду, которая не постигла, она отвергает. Определение слова «заката». Арабское слово «закат» имеет два значения. Это увеличение и очищение. И оба эти слова соответствуют смыслу, придаваемому шариатом. По шариату слово «закат» использует для обозначения бескорыстной передачи определенных лиц категории мусульман части денежных средств, имущества человеком, который уплачивает их только ради Всевышнего Аллаха. Выплачивая закат, человек освобождает себя, свою душу, от порока скупости и от греха. Место заката в исламе. Для поклонения Всевышнему Аллаху, для того, чтобы человек совершал ибадат аат, человеку необходимо пропитание ризки для себя и для своей семьи. И создание хозяйства, и исполнение необходимых нужд ему не обойтись без посторонней помощи. Как нам известно, как мы знаем, Всевышний Аллах не всех создал состоятельными и богатыми, поэтому бедные и неимущие постоянно нуждаются для пропитания, необходимым для проживания и поклонения. Неимущие и бедные постоянно нуждаются в посторонней помощи. Всевышний Аллах наложил закат на имущество состоятельных людей, чтобы они освободились от гордости из-за своего богатства и спаслись от скупости и помогали бедным. От бараката по данной садака и мольбе братья мусульман имущество человека приумножится, никак не уменьшится, только приумножится, никак не уменьшится. Хотя внешняя выплата закат является помощью бедным, но при рассмотрении скрытой части этого дела видна в этом этого обязательства фарза видна огромная помощь и милость со стороны Всевышнего Аллаха как для бедных, так и для богатых людей. Поскольку пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Буитту ли утаммима макарим аль-ахлак», «Я послан для усовершенствования благих нравов». И Всевышний Аллах указал пути освобождения человека от таких скверных качеств, как скупость, гордость, бессердечность, к чему и ведет выплата закат. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, худ мин амуалихим садакатан, тут ахируhum, ва тузаккихим биха». Ты берись их имущество милостиню, которой ты очистишь их. Для человека важнее добиться освобождения от пороков, приведящих его кары в ахирате, приведущих его наказанием в судный день, нежели помочь имущественно другому в этом мире.
А как при выплате закат освобождается от плохих качеств? Для освобождения от плохих качеств, дурных качеств, нужно практиковать в себе противоположные тому хорошие качества. К примеру, чтобы освободиться от скупости и бессердечности, которые приобретенных из-за своего богатства, приобретенных человеком из-за своего богатства, нужно воспитать в себе щедрость и милосердие. Прививая себе эти качества, мы испытываем трудности, но через некоторое время к ним привыкаем, и они становятся для нас обычными. И существует аят, который указывает на то, что только очистившись от порицаемых качеств, человек будет спасен на том свете. Поэтому состоятельному человеку лучше выплатить закат, наложенное имущество, повинуясь повелению Всевышнего Аллаха, и отблагодарить бедняка, отблагодарить того, кто принял, за то, что он принял, согласился принять его милостыню, чтобы его имущество приобрело баракат, и чтобы на его имущество было баракат. Сообщается, что Абу Айюб сказал, как-то раз один человек попросил пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, расскажи мне, назови мне такое дело, которое поможет мне попасть в рай. Люди стали говорить, что с ним, а пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что он хочет узнать, что ему необходимо. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ему ответил, поклянись Всевышнему Аллаху и ничему более, совершай молитву и выплачивай закат и поддерживай родственные узы. Что касается мудрости и преимущества выплаты заката, Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва акиму ссалата ва ату закат, вы совершайте намаз и отдавайте закат. Смысл этого аята означает, вы совершайте намаз и отдавайте закат. Таким образом, повеление выплатить закат в Коране имеется в 32 местах. И мы знаем, что наша религия, ислам, основывается на 5 столпах. Первый – это свидетельство, что нет Бога, кроме Всевышнего Аллаха, что нет Бога, кроме единого Всевышнего Аллаха, и его посланник, Мухаммад, его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, также ва икаами ссалати, ва итаи заккати, совершение пятикратного намаза и выплаты заката. После намаза следует итау закат, выплата закат, то есть она является третьим столпом ислама. И соблюдение поста, совершение хаджа по мере возможности. И мы знаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма накаса маалу абдин мин садака». Милостыня не убавляет имущество. То есть от того, что ты отдаешь закат, кому положено, нуждающимся, от этого твое имущество меньше не станет. Только приумножится, никак не уменьшится. Вот это мы должны понимать. Здесь может возникнуть вопрос, почему не убавляется имущество. При отдалении от него определенного количества, ответ же такой. Всевышний на имущество, выплатившего заката, не спасает баракат, уменьшает ожидания бедняков, которые они возлагают на него состояние, и гасит неприязнь их к нему, и из-за выплаты заката его имущество будет защищено и приумножено Всевышним Аллахом, и в ахирате будет большое вознаграждение за это. Исламское общество, умма не будет сплоченным, если не выплачивается закат. А при ее выплачивании между братьями по вере увеличивается любовь и согласие. Закат дает возможность бедняку получить пропитание хотя бы для выживания. И не имеющие средства начать свое дело получают возможность для этого. Выплачивающий очищается от плохих качеств. Закат является лучшим путем, лучший путь очищения от душевных пороков. Конечно же, как для других столпов религии,
как для намаза. Закат тоже имеет свои правила, свои условия, шурут и ахкамы. И условиями для обложения заката является выплачивающий закат должен быть мусульманином. Поскольку в хадисе изречения пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, говорится: «Хадхи фарилату садака, аллати фарадда расулуллахи, саллиллаху алейхи ва саллям, аль-муслимин». Это обязательная милостыня, садака, закат, который обязал мусульман. Поэтому на этом свете от неверующего, от кафира не требует выплаты заката, за исключением заката фитр за тех мусульман, которые находятся под его опекой. Вторым условием заката является наличие нисаба, заката облагаемого минимума. То есть она должна доходить до определенного минимума нисаб, как это называется, нисаб. И третьим условием является по достижении имущества нисаба должно пройти год. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валейса фи малин закатун хатта яхуля алейхи лхаулу». Имущество не облагается закатом до истечения года. Исключением из этого является, из этого слоя является, то есть зерно, фрукты или добытые из рудника золото и серебро, вот для них не является условием истечения года. Выплачивающий закат должен быть свободным от рабства. Закатооблагаемое имущество. Имуществом, на которое налагается закат, являются золото, серебро, урожай, фрукты, финики, виноград, овцы, козы, верблюды, крупный рогатый скот, приобретенный путем торговли. Закат с имущества обязателен по истечении определенного срока по лунному календарю, ровному одному году по лунному календарю, кроме закат с продуктов урожая, земледелия, который уплачивается сразу же после созревания урожая. Закат золота и серебра. Золото и серебро являются закатооблагаемым имуществом, независимо от того, какой они формы. Например, облагаемые закатом в форме золота и серебро. Первый – это отлитые монеты из серебра и золота для оборота. Слитки – золотые или же серебряные. Предметы быта, утвар и предметы украшения, которые нельзя носить, которые харам носить. Но на женщине украшение закат не налагается, на серебряное кольцо мужчины тоже не налагается закат. «Валя заката фи хули мувахин». Хули мувахин, то есть закат не налагается в разрешенном украшении. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, на предмете украшения закат не налагается, если они дозволены. Но если эти предметы используются на греховные цели, например, если у мужчин, кроме серебряного кольца, будут предметы роскоши, такие как золотое кольцо, золотая чернильница и так далее, независимо от того, что пользуется он ими или нет, с этих предметов выплачивается закат. Он обязан выплачивать закат. Если же мужчина имеет золотые украшения, кольцо, цепочка и так далее, которые он дает на временное пользование тому, кому носить их разрешено, то в этом случае с этих украшений закат не уплачивается. Не уплачивается. То есть, если он дает на временное использование тому, кому носить их разрешено, кому разрешено, например, женщинам, он дает для аренды, например, для иара, для иджара и так далее, то в этом случае ему с этих украшений он не должен выплачивать закат. А если они украшения хранятся как отложенные состояния или же вопреки запрету он им пользуют, то закат их выплачивается как положено. Заката облагаемым минимумом нисаб для золота является 20 мискала. 20 мискала – это 96 граммов. Из этого минимума выплачивается 1/40 часть, то есть 2,5. Нисабом серебра является 200 дирхамов,
560 граммов, из него тоже выплачивается 1/40 часть, выплачивается от него. Условием для обложения заката является то, что в течение года весь золото или серебро не должна, то есть стать меньше от нисаба. То есть по достижению нисаба должен пройти год. В течение этого года нисаб не должен падать или меняться даже на подобную себе. Если это произойдет, такое изменение, если оно меняется, то отсчет года начинается заново. Отсчет года производят заново. Поэтому, конечно, можно говорить очень много о закате. Также имеются свои условия, свои формы, обязанности, как снимается закат с торговли. Поэтому каждый знает о себе, чем он занят с торговлей или же земледелием и так далее. Поэтому было бы лучше, чтобы каждый подошел к алимам, алиму, имаму, и спросил о том, что он должен, что ему должен делать, что он должен делать по отношению заката. Некоторые люди оправдывают тем, что закат не выплачивается, оправдывая тем, что они дают садака. Они дают садака, и тем самым ограничивается на раздаче садака. Садака – это добровольная, желательная садака, но закат – это обязанность. Как мы обязаны совершать намаз, так и мы обязаны, имеется в виду, по мере возможности, у кого есть возможность, выплачивать закат. Поэтому тем самым нет для нас, для мусульман, оправдания для того, чтобы не выплачивать закат, оправдывая, что он дает садака. Также хочу добавить как раз таки об этом. Раздача садака, добровольная милостыня садака, об этом говорится «Иттаку нара валяу бишакки тамра». Раздача милостыни для нас не секрет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Защищайте себя от огня ада даже половинкой финика». От этого хадиса достаточно, чтобы понять, насколько является благим делом садака. И для этого хочу привести пример из жизни нашего Али Асхаба, ради Аллаху Та'ала Анху, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Однажды Фатиму, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, постигла болезнь, и она, когда Али Асхаб первый зашел к ней и спросил Али Асхаб: «Желает ли твоя душа чего-либо из сладостей этого мира?» На что она ответила: «Я Али, о мой супруг, аштаи руманан. Я хочу гранат». Фатафаккара саа, и Али Асхаб радийаллаху та'аля анху призадумался, поскольку у него не было ничего из средств, из денег, за что можно было бы купить. После чего он встал, пошел на рынок, взял один дирхам в долг и купил за это один гранат. И при возвращении, когда он возвращался домой, он увидел это время, он увидел больного, лежащего на краю дороги, старца, и остановился и спросил: «Али Асхаб, желает ли твоя душа чего-либо?» И на что он ответил: «Я Али, говорю, хамсату айямин хуна, ва ана матрухун. Я лежу тут уже 5 дней, ва марра насу алейя, и все люди проходят мимо меня, ва нам яльтафид ахадун илейя, и никто не обращает, не обратил внимания на меня. Юриду кальви руманан, и я хочу ответить гранат». Тогда Али Асхаб начал думать и говорит, что он купил одну гранат для ради Фатими, радиаллаху та'аля анха, и я, если отдам этому старцу, то она останется без чем, без ничего, ни с чем. А если не отдам этому старцу, то получится, что я нарушу наказ Всевышнего Аллаха, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Вам маса иля фаля танхар», и просящего не отвергай.
И поскольку сказано, не отвергай просящего, если даже он придет на, верхом на лошади. После чего Али Асхаб разделил на две части и отдал одну половину часть этому старцу. После чего Али Асхаб вернулся домой смущенным, и когда Фатимат увидела Али Асхаба, она подошла к нему, обняла его и сказала: «Не печалься, клянусь Всевышним Аллахом, когда ты отдал одну, как только ты отдал одну половину, ту половину граната этому старцу, я исцелилась и перестала желать гранат». Фафариха Алию викалямиха, и Али Асхаб обрадовался ее словами, и в это время раздался стук в дверь. Али Асхаб ради Аллаху Та'ала анху говорит: «Ман анта, кто это?» Тот отвечает: «Анна Салман фариси, я Салман фариси, открой дверь». Али Асхаб открыл дверь, и Салман фариси, у него в руках был поднос, прикрытым платком, и положил перед Али Асхабом. А Али Асхаб ради Аллаху Та'ала анху спросил: «Миман я ага, я Салман, от кого это я Салман?» «От посланника Аллаха, от Аллаха пророку, от пророка к тебе». Так Салман фариси ответил. Факаша фалгид, Али Асхаб ради Аллаху Та'ала анху поднял платок и обнаружил, что там находится 9 гранатов. И Али Асхаб говорит: «Я Салман, лаукана хадали, лаукана ашран, если это было для меня, то здесь должно быть 10 гранат, а не 9. Поскольку в Коране сказано: «Ман джабил хасана, фалаху ашру амфалиха», кто совершит одно добро, кто совершит одно добро, за одно добро, за одно воздается 10-кратно. Али Салман фариси улыбнулся и вытащил из рукава один гранат и положил под нос и сказал: «Здесь и было 10. Валякин арату видалик анджариба, я хотел тебя испытать». Вот так и пошутил Салман фариси. От этого мы понимаем, что Всевышний Аллах взял на себя, если мы даем чего-либо или рубль, один рубль, то Всевышний Аллах нам возвращает 10. Или на этом свете, или на том свете. Если мы делаем одно добро, Всевышний Аллах нам делает 10-кратно воздает нам. Если мы будем читать салават один из пророков, Аллаху Та'ала нам прочтет 10-кратно. Когда мы молимся, совершаем одну молитву, это засчитывается вознаграждение 10-кратно. И от раздачи садака очень много благ. Например, защита от неожиданного наступления смерти, снисхождение баракат на имущество, убережение от огня ада и другое. Но большое благо, чем довольство Всевышнего Аллаха, не будет для человека. Это тоже достается от раздачи милостыни. Потому что раздача милостыни, человек вселяет радость в сердце брата по вере. Того же, кто находится в добре и любви, братьями по вере, Коране и хадисе, в очень многих местах хвалят. В хадисе сказано, что поводом к тому, что Всевышний объявил пророка, алейхиссалам, Ибрахима своим другом, явилось то, что он часто раздавал милостыню, много приветствовал, то есть давал салам и ночами молился. Что касается подарок, что и подарить друг другу чего-либо, и об этом говорится в священных хадитах, тахаду, тахабау, хадис сказано: «Дарите друг друга подарки, вы полюбите друг друга». Предпочтение подарков исламской общине является признаком проявления между мусульманами любви и доверия. Общество, где много дает милостыню, садака и дарят подарки, бедняки не будут чувствовать беспомощными. Воровство, грабежи и споры тоже в таком обществе уменьшаются. Да поможет нам Всевышний Аллах выплачивать закат, когда мы являемся обязанными выплачивать его, и совершать дело, раздавать садака, куда необходимо, по мере своих сил и возможностей.
Да примет Всевышний Аллах наше благое дело и все другие поступки. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.